мне приходится сталкиваться с приезжими со Средней Азии. Я из разговора с ними поняла так, что они приехали сюда не только работать, а они приехали сюда со своими целями. И дело доходит до того, что они уверены, что через 2-3 года у нас тут будет 50% жителей в России исламисты. Ну и еще я хочу сказать, тоже из разговоров с ними, у нас бывают такие разговоры, приятные и неприятные. То есть из разговора с ними получается, что Россию они не любят. В Россию они приехали в основном работать, но работники такие, которые там не нужны. Многие из них во время войны с 92 по 95 год воевали. Многие бандиты сейчас находятся у нас в России, которые, значит, считают нашу Россию, почему-то сами приехали к нам и считают нашу Россию оккупантами, что якобы мы оккупанты для них. Вот. Находятся также тут люди, которые занимались бандитизмом, они даже не скрывают, они хвастают, что говорят, очень хорошо умеют отрезать головы, что они раньше чем занимались, а сейчас приезжают и устраиваются на разные виды деятельности, но в своем сознании они готовы, если что-то, они готовы выступить против жителей России. В частности, произошел такой случай, значит, вот у меня гуляли, значит, тут дети, вот, и мальчик, значит, такой, вот, национальности с Азии, толкнул детей. Я ему сделал замечание, он на что ответил, что я вырасту, я всех вас русских зарежу. Я знаю тут многих татар, башкир, с которыми раньше работала, с которыми и до сих пор дружу. У них в разговорах, они тоже, значит, являются, у них религия ислам, но в разговорах с ними у них никогда не проскальзывает нотки какой-нибудь враждебной для России, враждебных для России слов.